Корреспондент наших новостей Ирина Корчагина стала одним из победителей международного фестиваля туристических и спортивных фильмов «Алтайский край. Место силы». Он прошел в минувшие выходные в Бийском районе. Фильм Ирины Корчагиной «Археологи без границ» занял первое место в номинации «Природа. Экология». Снятый при участии телерадиостудии «Алтгу», он повествует о совместных раскопках российских и китайских студентов-археологов. Здесь работают и наши коллеги, китайские журналисты. Чтобы писать об археологии, им пришлось самим взять в руки лопаты и совочки. Действие фильма проходит на фоне красивейших пейзажей Чимальского района. Работа Ирины прошла строгий отбор. Ее соперниками были авторы более 70 картин не только России, но и Казахстана. Отметим, фильм занимает первое место на разных фестивалях уже в третий раз. Сначала он победил на студенческой фесте 2018, а сразу за этим на всероссийском конкурсе «Корреспондент русского мира».